Во Владивостоке возле памятника графу Николаю Николаевичу Муравьеву-Амурскому прошло подписание соглашения о межмуниципальном взаимодействии между Владивостоком, Благовещенском и Хабаровском. В этих трех городах теперь ежегодно 23 августа будут проходить праздничные мероприятия, посвященные дню рождения генерала-губернатора, благодаря деятельности которого существует и развивается Дальний Восток России. Благодарю каждого, кто проявил себя в очередной раз на благо нашей Родины в целях увековечивания истории образования русского Дальнего Востока. Я убежден, что три города, которые объединились сегодня здесь на подписание этого межмуниципального соглашения, сделают все для того, чтобы в наших городских школах ребята бы точно знали, благодаря каким заслугам мы чтим Николая Николаевича, каким образом наша страна обрела русский Дальний Восток. Завершилось подписание соглашения церемонии возложения цветов и венков к памятнику генералу-губернатору Николаю Николаевичу Муравьеву-Амурскому. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.